Всем привет! Здравствуйте, уважаемые зрители! Меня зовут Дэн Шмайц, а это Тинка. И сегодня мы будем делать две фотосессии. Одну за 1000 рублей, а вторую за 30 тысяч рублей. И посмотрим, что же у нас получится. И первого фотографа я нашел в паблике, посвященном любительской фотографии. Тёма нашел самого, наверное, плохого фотографа. Не, нельзя так говорить, ты что? Она просто милая маленькая девочка. Да. Согласилась за 1000 рублей пофотографировать нас на улице, в парке, в разных фото. Это еще, между прочим, не самый низкий ценник. Самый низкий ценник это 300 рублей. Но там люди на телефон фоткают, да. Ну что ж, посмотрим. Весенний лес. Вот так? Медведь мне в ванну слез. Итак, мы сняли первую фотосессию за 1000 рублей. Теперь мы будем снимать вторую фотосессию за 30 тысяч рублей. И сейчас мы вам покажем наглядно, как пускают пыль в глаза все инфобизнесмены, представители сетевого маркетинга, каперы, которые продают ставки на спорт, а также все те люди, которые пытаются показать, что они богатые и успешные, таковыми не являясь. На самом деле все просто. Любой из вас может это повторить. Вам нужна крутая тачка, ее можно арендовать или взять у друзей, девушки для антуража и фотограф с профессиональным оборудованием. Что, ударился? Зубы. А, ну вон. Здесь вообще максимально неудобно. Господи. Смотрится круто. Да, вот так. Зай, за что за 30 косарей? Надо самому свет доставлять? Да, сам делаю. Ну, знаешь, типа такой-то... Что это твоя тачка? Нет, потому что ее фиг откроешь. Молодец. Это тест на ум. Это чуть позже. Итак, мы вернулись. Я нахожусь дома, и мне намного лучше, потому что я сел на подзарядку. Вот, теперь у Артема нет сил, а у меня есть. Итак, пришло время смотреть финальные снимки и сравнивать. Слушай, ну это... Ну не так плохо, так сказать. Это лучше, чем я... Это, наверное, говорит твоя обработка, а можно посмотреть? Это не моя обработка, это она так обработала. Она обработала? Да, я не трогал. Она просто прибавила насыщенности. Классно придумала. О-о-о-о, чувак, я хочу это выложить в Инстаграм. Это реально прикольно. Ну, это то же самое. Ну смотри, нет, она не прям плохо фотографирует, она хотя бы что-то понимает. Ну, я могу сказать, что еще благодаря тому, что мы довольно живые и ведем себя как бы разнообразно, поэтому фотки... Короче, мы хороши. На самом деле, еще благодаря ее объективу. У нее объектив был 50-миллиметровый портретник. Mm. Почему-то на портретник всегда лучше получается. Вот это, наверное, самое лучшее. Это мой фаворит. Потому что в ней чувствуется дух приключений. Блин, я бы хотел, чтобы вот эта фотка была вот здесь, чтобы я руку...
Ну да, здесь мы круто собираемся спасать мир. И вот наша машина. Она героическая. А здесь я... А я здесь похож на этого Гарода, который скрывает боль. Так, ты похож на фаната, который со мной фотографируется, и типа ему мама говорит, Дэн Шмальц, фоткайся. Он такой, мам, да не хочу фоткаться с Дэном Шмальцем, бля, я не хочу. Мы на фоне дерьмища питерского. Ты сам сказал, что хочешь фоткаться с этим дерьмом. Ну да, да, надо признать, что мы сами ее подталкивали к таким фотографиям, как бы. Слушай, если бы типа мою маму так пофоткали, в принципе, маме бы понравилось на самом деле. Потому что, ну, мамы плохо разбираются. Так, в принципе, она пошел, в принципе, да, соблюдает... Композиция. Композиция, да, она умеет композицию расставлять. Слушай, реально получилось, как будто ты меня держишь. Блин, чуть-чуть, миллиметр. Господи, прикольно. Так, здесь мы играем. Да, посмотри на мою позу, она какая-то гейская. Не знаю почему. Нет, гейская будет фотография, где мы держимся. Конечно, жду эту фотку. Так, круто. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Блин, немножечко. И я в конце. То есть вот эта серия, она без панчлайна. То есть мы куда-то бежим, 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 и ничего не происходит дальше. Это и есть панчлайн. Во, это прикольная фотка, но ты почему-то не подрисовал. Да, тебе было лень. Я похож на свидетеля. Помнишь этот свидетель со свадьбы? Так. Блин, это, слушай, это прям на аватарку. Поставь вот это на аватарку, и тебе будут отвечать те фотографы за 300 рублей. Они говорят, мы сделаем вам хорошую фотосессию, у вас есть да, вкус. ТФП модель, значит. Посмотри. Ты похож, что команда по спасению Квентина просто... Тарантино, которая собирается снять новый фильм. А она меня просила сделать повыше, то есть мне надо было очень выше, намного выше сделать. Так. Она такая, ну подними повыше на руку. Эй, Алёнушка, Иванушка. Вот. Я и мой парень. Березы, красота. Не, ну, как бы, смотри на мое лицо. Да, ну ты сейчас такой. Да. А вот это мне нравится. Я тот мужик с фотографией, знаешь, все будут. Я смотрел, короче, репортаж о молодоженах, которые подали в суд на своего фотографа свадебного, потому что на фотографиях были случайные люди, которые там в зале ходили. О! Слушай, она получилась именно такая, как я ее хотел, как я ее представлял. Смотри, реально, как будто я тебя не держу. У нее получилось. Слушай, это не такой плохой фотограф. У нее прям именно того, что мы от нее просили, она сделала. Ну да, да. А вот я все при силе тяготения земли. Черт, я промаз. Блин, ты хотел, чтобы облачко как будто... Нет, это пальцы? Она, это ее предложение. Типа, я укололся об эту штуку, а следующая фотография такой... О, классно. В этой фотосессии есть сюжет, видишь? Я передаю, ты берешь. Так, с другого ракурса. Ты берешь снова. Отдаешь мне. Я закрываю крышечку и все. Тоже без понятия. Ооо. Ну, такая еще перспектива, типа. Да, нарушил. У меня вот это все прикалывало, типа, знаешь, люди, которые хотели как-то по-своему по-творчески сфоткать, фоткали не вот так, а вот так. Ну, в этом что-то есть, сразу крутым становишься. Прикольно, ты как будто гребешь. Да, да, идея в этом и заключалась. Гифка. Вот тебе гифку. Разгребаю говнище, которое в комментариях пишут. Ой, ну что ж, давай посмотрим вот это? Да. Блин, я боюсь, и там, наверное, такие крутые фотки. Эх, так мало? Да, и крутого всегда мало. Говна всегда да заебись много. Мне нравится это фото. Так, идем дальше. Подожди, стоп, Дэн. Мне кажется, просто понимаешь, в чем прикол? Ты здесь похож на чувака, который продает ставки на спорт. Да. И делает вид, что он богатый. Ну, знаешь, каперы вот эти. Да. Но на самом деле люди, которые продают ставки на спорт, они, ну, многие реально уже так увидят, типа. Ну, которые нет, самых верхов. Вот. Ну что ж. На самом деле, вот эта фотка классная, типа. Прямо здесь. Так, по-моему, горизонт завален, да?
Ну, это не особо видно. Ну, чуть-чуть. Ну, это не страшно. Прикольно, я как будто вылезаю из своей ламбы. Типа, а в жизни ты помнишь, как я вылезал? Типа, из нее так неудобно вылезать. Вот, а как если девушка, ну, ты на ламборджини подъезжаешь, девушка с каблуками? Это приходит с опытом. Те люди, которые каждый день садятся в свою ламбу, они в конце концов учатся это делать. Потому что я они залезают туда жопой. То есть они подходят к машине, жопу сначала, потом ноги закидывают. Знаешь, в чем прикол? Ты в ламбе не сидишь, ты в ней вот лежишь. Типа, реально, ты когда в ней сидишь... А, мне не видно. Ну, короче, ты в положении лежа находишься, на самом деле. Так, идем дальше. Так, ну здесь ты чешешь голову через машину, это прикольно, креативно выглядит. А, здесь у меня как будто жирочек такой небольшой. Прикольно, купил лампу, фотка выглядит вот так. А. Мальчик, отойди от машины. Ой, это я смотрю на дядю, как, чья это машина. Я поймали в этот момент. О, девочки. Здесь из-за того, что на девушку так свет падает, у нее сначала издалека кажется, что попа очень большая. Не, у нее реально была попа всегда отклячена. Не, девчонка вообще прикольная. А вот эта, которая темненькая, она приехала на Форде Мустанге с надписью «Police», и этот Форд Мустанг мощнее, чем вот эта ламба. На нем уже 600 лошадиных сил. Но единственное, все-таки... Реальный минус этой фотографии, это вот эти машины, и, ну, типа, чтобы она, чтобы было не стыдно выкладывать, надо вот ее на самом деле вот так вот обрезать, чтобы эти стрёмные тачки не попадали. Ну, либо тачки на что-то заменить. На море, на пляж. Так, вот эта фотка мне нравится, она прикольная. Но ты здесь слишком сильно похож на Джонни Деппа. Я просто втянул щеки, я сделал так. Ты все тут щеки, реально. Блин, это то, что всегда делают на фотографии. Вот, я никогда этого не делал. Да, у тебя есть фотки, я вчера смотрел и видел фотки, где ты вот такой. У меня. Нет, просто у меня есть с этого ракурса, но реально. Ладно. Ну вот эту можно. Ее можно на аватарку, но проблема в том, что люди сейчас будут думать, у него ламба. То есть ты слишком завышенное ожидание создаешь. Ну да, если пикапить девушек, мне это не нужно. У меня есть девушка. Но если пикапить девушек, то они будут ожидать, что ты приедешь на ламбе, а ты приедешь на Hyundai Solaris. Есть здесь вот типа создается вопрос, зачем вот эта дверь открыта? Какая? Вот. А, она зайдет. Ну, ламба круто выглядит. Но она, в принципе, круто выглядит. В принципе, ламборджини выглядит круто. Но машина супер неудобная. Я так считаю. Я бы не стал себе ламборджини покупать. Не потому, что у меня нет на нее денег. А что бы ты купил? Теслу? Если бы у меня было 17 миллионов... Нет, я не купил бы Теслу. Если бы у меня было 17 миллионов, я бы потратил это намного продуктивнее. Купил бы квартиры. Много квартир. Много маленьких или... Да, много маленьких. Они бы каждая приносила по 30 тысяч в месяц. Все. Бизнес-урок от Дэна Шмаки. На этом все. С вами был Дэн Шмальц и Тинтасьон. Всего хорошего. Увидимся в новых видео. Пока.